77, 72, 77. Второй. Ребята, настраиваться и показать хорошую борьбу, слушать четкое задание тренеров, выполнять вот это всего, ребята. И самое главное, чтобы не травмироваться. И опять же, без экспериментов. Те, которые, ребята, будут помогать, я имею в виду, хорошую, мощную там эту встречу, там борьбу дают, без экспериментов. То давайте настраиваемся и полный период. Хорошо, пошли руки.
Ну, воду не было. Боролись, контрольные схватки всегда празднично и немножко тревожно. Тревожно, во-первых, чтобы ребята не травмировались, и радостно, что все равно состав будет объявлен, и в составе всегда мы выставим тех ребят, которые заслужили и которые будут представлять сборную команду России и будут только за золотые медали бороться. Давайте перед объявлением состава там пару слов скажете, потом. Или сначала объявим состав. Давайте состав, конечно. 55 килограмм. Виталий Ковалоев. 60 килограмм. Сергей Емелин. 63. Степан Маранян. 67 килограмм. Артем Сурков. 72. Гвязит Манцигов. 77 килограмм. Олимпийский, двухкратный олимпийский чемпион. Капитан команды Роман Власов. 82 килограмм. Александр Комаров. 97 килограмм. Давид Чакветадзе. 97. Муса Евлоев. Давид Баши, 97. И 130 килограмм Сергей Семенов. Я, ребят, хотел бы вам пожелать одного, чтобы вы просто понимали, какую страну, какую историю вы представляете.
6 золотых медалей, которые вы, в общем-то, ну, вергли в шок весь борцовский мир, обрадовали своих болельщиков, россиян, своих родных, близких. И вы знать должны одну простую вещь. Уже один шаг остался до Олимпийских игр. Это то мероприятие, которое, в общем-то, не надо мне вам рассказывать, в жизни любого спортсмена, любого специалиста является заглавным. И мечта просто попасть на Олимпийские игры, быть сильнейшим, удостоиться такой высочайшей чести, на самом главном форуме спортивном мировом представлять свою страну, свою фамилию, представлять место, где вы родились. Это огромное счастье. И, конечно, любое мероприятие спортивное такого уровня, как чемпионат Европы, это, с одной стороны, конечно, шанс для того, чтобы еще раз утвердить себя в качестве лидера. И второе, это завоевать некий гандикап, преимущество. Еще раз показать всем, что шансов ни у кого нету, ты сильнее. Это твое место. И ты пришел только для того, чтобы выиграть золотую медаль. Поэтому я хотел бы вам пожелать всем успехов. Успехов. Верьте в себя, верьте в дело, которому вы посвятили всю свою жизнь. Дорожите своими фамилиями, родными, близкими и сражайтесь друг за друга. Болейте, переживайте. Мы одна команда, мы одно целое. Если мы не будем друг другу желать удачи, ничего не будет. Поддерживайте друг друга, сопереживайте, все у нас получится. Хотел бы вас поздравить, Рома, на тебе особая ответственность, ответственность лидера в команде. Она особая всегда. Вести за собой, сплотить, где-то поддержать. Это, конечно, ну, архипочетная и очень сложная и ответственная миссия капитана команды. Поэтому тебе хотел бы пожелать, самое главное, силы духа, которые у тебя есть, чтобы это тиражировалось на всю нашу команду. И что, ребят, убежден, наше дело правое. Мы победим. Мы победим. Удачи вам. Спасибо вам. Сказано все, действительно, Михаил Яраевич, все правильно. Очень ответственное мероприятие. Предолимпийский год, чемпионат мира впереди, чемпионат Европы, Олимпийские, осталось считанные шаги до Олимпийских игр. Сейчас каждый шаг важен, и я желаю всем в силу своих возможностей, в силу того объема, который прошли, через что прошли мы все, через сборы, через соревнования, это все нам дает уверенность. Я желаю, чтобы каждый реализовал все то, что он наработал, все то, что он готовил, и дай Бог, все у нас получится. Спасибо. Для меня большая честь быть капитаном такой великой команды. Спасибо. Пошли, Герач, пойдем. Традиции, Михаил Герач, традиции не будем нарушать. Скользкие, не подходите. Король обратно. Удачи. Всегда лучше стояли. Ваше место никому не отдавали. Да, ну я заставил.